Здравствуйте, уважаемые телезрители канала Десна ТВ. В эфире информационный выпуск «День за днем». С вами в студии Алина Сазонтова. Итак, коротко о том, что сегодня в выпуске. Счастливые новоселы обживают придомовую территорию. Очередное плановое совещание у главы города. Баскетбольные баталии в школах города. WorldSkills Hi-Tech. У нас принято ругать коммунальные службы за плохую работу. Плохо метут, плохо убирают, нерегулярно вывозят мусор. А между тем встает вопрос, может быть, кому-то нравится жить среди помойки? В нашем сюжете объясним, почему мы об этом спрашиваем. 25 лет живем в этом доме. И ни разу не наблюдали то, что стало происходить последние полтора месяца. А что, я вам сейчас покажу буквально на кадр. Вот так подъезд выглядел в тот день, когда новые жильцы заселялись в 180-й дом 6-го микрорайона. А так подъезд выглядит через два месяца. Жильцы выбрасывают бытовой мусор прямо под подъезд, около красивой кованой лавочки, на ухоженный газон и прямо на тротуар. Контейнеры для мусора стоят всего в 10 метрах от дома. Они пустые внутри. Мусор новоселы сваливают рядом. Да, вот здесь всегда выносят пакеты, бросают. Все кошки, собаки разорвут, мусор валяется прямо возле крыльца. Хотя у нас есть контейнеры, и они все, каждый день их освобождают, место там всегда есть. Но почему-то им лень. Вышли, бросили и пошли. И как-то их не интересует, что это их подъезд. А так по-прежнему выглядит подъезд со старыми жильцами. Они привыкли соблюдать порядок около своего дома. Как сказал профессор Преображенский, пропал Колобуховский дом на Преображенке. Также чистота и порядок исчезли около подъезда 180-го дома, что в 6-м микрорайоне. День открытых дверей прошел в региональном управлении налоговой службы. Смоляне проконсультировались со специалистами по вопросам налогообложения, о возможностях онлайн-сервисов и наличии долгов. Они рассказали, что теперь каждый налогоплательщик получает единое налоговое уведомление, в котором указано, что все налоги и штрафы нужно заплатить до 1 декабря. Сделать это можно и через интернет. 14 ноября в администрации города прошло плановое совещание главы муниципального образования с руководителями комитетов и предприятий. Мы познакомим вас с последними новостями нашего муниципалитета. Проводил совещание глава города Андрей Шубин. Коммунальные службы работают в штатном режиме. Аварий и отключений за прошлую неделю не было. О предстоящих мероприятиях доложила исполняющая обязанность председателя комитета по культуре Елена Ленева. 16 ноября 2017 года в 15 часов в Центральной библиотеке состоится встреча населения с начальником отдела по профилактике коррупционных правонарушений аппарата администрации Смоленской области Жизновым Денисом Юрьевичем и главой администрации муниципального образования в городе Десногорск Смоленской области Андреем Николаевичем Шубиным. Приглашаю всех желающих посетить мероприятие. И по выездным мероприятиям у нас также 16 числа в Смоленск направляются воспитанники, сборная команда воспитанников детско-юношеской спортивной школы на фестиваль самбо. И в рамках этого мероприятия также в Смоленске состоится обучающий семинар для тренеров-преподавателей. И 17 числа в Смоленске обучающиеся детско-музыкальной школы примут участие в первом всероссийском фестивале-конкурсе детского исполнительного искусства «Ступени мастерства». Школы нашего города готовятся к Всероссийской Олимпиаде. Учащиеся второй школы – это Каретникова Анастасия и Пилина Карина под руководством Петрова Елены Александровны. И учащиеся средней школы номер один Сидельникова Татьяна стали победителями фестиваля «Атом-ТВ», который проходил в городе Заречный в рамках проекта «Школа Росатома». Начался муниципальный этап Всероссийской Олимпиады школьников. И готовимся к апробации устной части ОГЭ по русскому языку, которая пройдет 20 ноября, и примут в ней участие учащиеся средней школы номер один, девятиклассники. В медсанчасти привились от гриппа 3061 человек. Вирусные заболевания на прошлой неделе регистрировались в обычном режиме.
Смоляне приняли участие в масштабной культурной акции. Лучшие музеи областного центра бесплатно распахнули свои двери для всех желающих. В этот день они работали до полуночи. Особенно посетителям понравился музей «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны». Большую часть посетителей экспозиции составили молодые смоляне. 10 ноября в Десногорске прошел второй открытый кубок школьной лиги КВН. Он был посвящен трем юбилейным датам – 25-летию концерна «Росэнергоатом», 35-летию со дня пуска первого энергоблока Смоленской АЭС и 20-летнему юбилею КВН-движения в Десногорске. Соревновались 5 команд от десногорских школ и детского дома творчества. Первое место заняла школа номер 1. Все команды получили кубки, медали, ценные подарки и сладкие призы от профсоюзного комитета САЭС. Около 750 литров спиртного изъяли полицейские на автодороге Москва-Беларусь в Гагаринском районе. Алкоголь в канистрах перевозил гражданин одной из бывших советских республик. Подозреваемый распространял свой товар в местах отдыха водителей. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 3 лет. С 13 по 24 ноября Управление МВД по Смоленской области проводит в регионе общероссийскую акцию «Сообщи, где торгуют смертью». Эта акция – призыв к населению, обладающему информацией о нелегальном обороте наркотиков. Граждане, которые обладают какой-либо информацией, могут сообщить по телефонам, которые вы видите на экране. А сейчас новости спорта. Баскетбольное движение вернулось в Десногорск в 2014 году при поддержке концерна «Росэнергоатом» и Смоленской АЭС. Благодаря этому все больше детей увлекаются баскетболом. Подробности далее. Десногорские школьники готовятся к баскетбольному чемпионату 4x4, который будет проходить между общеобразовательными учреждениями города. 14 ноября наша съемочная группа побывала на отборочном этапе турнира в школе номер 4, где определяют лучшую команду школы. Сегодня у нас в школе прошло открытие чемпионата по баскетболу 4x4. Это школьный этап, где все учащиеся 7-х и 8-х классов проведут матчи в своих параллелях и определят победителя, то есть сильнейшую команду, которая и сразится в параллели 7-х и 8-х классов между собой. Игры проходили интересно и напряженно. Каждой команде хотелось выиграть и представить школу на городском чемпионате. Финал отборочного школьного этапа чемпионата по баскетболу пройдет 23 ноября. Сборная «Росатома» в третий раз подряд одержала уверенную победу на Всероссийском чемпионате рабочих профессий WorldSkills High-Tech 2017. Специалисты госкорпорации оказались лучшими 8 из 12 представленных компетенций. Награждается Григорович Алексей! В полку сварщиков-миллионеров прибыла. Третий год подряд абсолютным победителем Всероссийского чемпионата рабочих профессий WorldSkills High-Tech становится представитель этой уважаемой профессии сборная «Росатома». В третий раз чемпион получает заслуженную награду в 1 000 000 рублей и считает, что это достойная оценка его профессионального мастерства. Это не прям для меня такие большие деньги. Если бы это было 10 лет назад, тогда это была прям большая сумма. А так, хорошая премия, большая, не спорю. Очень рад. Специалистов уровня Алексея Григоровича в «Росатоме» ценят, ведь именно они создают те самые высокие технологии. Взять, к примеру, сварку циркуляционного контура самого надежного в мире энергоблока поколения 3+, или сборку корпуса реакторной установки «Ритм-200» для самого мощного атомного ледокола «Арктика». Процент дефектности сварных швов и в том, и в другом случае должен быть нулевым. И чтобы обеспечить этот предел совершенства, необходимы не только золотые руки, но и, образно выражаясь, бриллиантовые головы. В этом году «Росатом» собрал на всероссийский чемпионат самую большую команду таких уникальных людей. 45 человек представляли госкорпорацию в 12 компетенциях. И в итоге чаще всех остальных поднимались на ступени пьедестала почета. Можно провести такую аналогию, что здесь соревнуются мастера спорта международного класса. Но потом они приезжают в свои города, приезжают в свои предприятия, передают своим сверстникам и ребятам помоложе вот этот опыт, эти компетенции. То есть мы на самом деле от спорта высших достижений двигаемся и к массовому спорту, для того, чтобы лучшие профессиональные стандарты стали бы не только достижениями чемпионов, но стали бы общими практиками на предприятиях «Росатома».
движение WorldSkills с каждым годом вовлекается все больше молодых специалистов «Росатома». В этот раз состав сборной команды был обновлен на 80%, но при этом завоевал 8 из 12 золотых медалей. Сама же госкорпорация предлагает организаторам провести состязания в ряде новых компетенций. Но не для того, чтобы просто помериться силами, а для того, чтобы выявить уровень знаний и умений и, соревнуясь, поднять их на новую высоту. Это ли не доказательство лидерства «Росатома», подтягивающего за собой кадровый потенциал всей промышленности России? Это все новости на сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала desna.defis.tv.ru. Спасибо за внимание, до свидания!